Всем привет! Одним из самых популярных молодых игроков в режиме карьеры в FIFA 19 является Тахит Чонг. Парень при невысокой цене в игре обладает достаточно высоким потенциалом и при этом выглядит очень ярко, чем также привлекает геймеров. Кто же он такой и откуда взялся в структуре Манчестер Юнайтед? Поговорим об этом в очередном ролике из серии «Вундеркинды FIFA». Кстати, не забывай писать в комментариях, рассказ о ком хотел бы услышать ты. Итак, Чонг родился 4 декабря 1999 года на острове Кюрасао, который находится на юге Карибского моря в каких-то 80 километрах от Венесуэлы. Тахит рос в очень живописной местности с красивейшими пляжами, коралловыми рифами и уютными бухтами. Футболом он увлекся еще в раннем детстве, и это увлечение стало еще более сильным, когда в 10-летнем возрасте мальчик переехал с родителями в Голландию. Сначала Чонг занимался в футбольной школе Эксельсиора, а затем оказался и в Академии Фейенорда. Тахит заметно выделялся среди своих одногодок, и его постоянно переводили в команды более старшего возраста. Отличная техника, африканская пластика и потрясающая скорость позволяли ему возить парней значительно старше себя. Этими же козырями Чонг пользуется и сейчас, а заодно он обладает поставленным ударом с обеих ног, смело ходит в обводку один в один и имеет отличную координацию. Стоит отметить и универсализм Тахита. Хотя он сам и предпочитает позицию центр-форварда, футболист без проблем может отыграть и на фланге, и в оттяжке, и даже в центре поля. При этом Чонг не является эгоистом. Он любит обыгрываться с партнерами, а подачи в штрафную площадь являются одним из его коньков. С 13 года Чонг выступает за юношеские сборные Голландии различных возрастов, а с 15 лет уже выступал за молодежную команду Фейенорда. В 14 году Чонг выстрелил на престижном турнире во Франции, где вошел в число лучших игроков, и им стали интересоваться Ман-Сити и Арсенал. Через год Тахит приехал с юношеской сборной Голландии на турнир в Манчестер, который проходил на тренировочной базе МЮ. Скауты Юнайтед впечатлились пареньком и пригласили его потренироваться с молодежкой манкунианцев. Чонгом остались там довольны и быстренько подготовили для юноши контракт. Он долго не горел желанием покидать Голландию, понимая, что там у него больше шансов уже сейчас заиграть на взрослом уровне. Но в июле 16 года Чонг таки согласился на переезд в МЮ. С того момента голландец работает с молодежной командой Юнайтед, но за его развитием внимательно следят и тренеры первой команды, понимая, что в будущем он может вырасти в звезду. Этим летом Чонга активно использовали в основной команде в товарищеских матчах и на турнире Champions Cup. На момент выхода ролика он провел 10 матчей и забил 4 гола в молодежной АПЛ. В юношеской лиге УЕФА на счету Чонга 2 гола и 2 ассиста в 5 матчах. В режиме карьеры в FIFA 19 Тахит стартует с рейтинга 65 и дорастает до 85 и выше. Стоимость вингера составляет чуть больше 1 миллиона виртуальных евро. Ставь лайк, если тебе понравилась история Тахита Чонга. Делись впечатлениями от его игры в комментариях. И не забывай подписываться на Кибербол, чтобы быть в курсе всего самого интересного из мира футсимов. До скорого!